Качели, беседки и гидроизоляционные пешеходные дорожки. В Екатеринбурге после реконструкции открылась набережная Сети. Дарья Трофимова продолжит. Прыг! Высоко, высоко! На эту игровую площадку в центре Екатеринбурга Альфия Трубникова с дочерью Аделиной приехали с окраины города. В их дворе, говорит женщина, таких аттракционов никогда не было. Очень красиво все сделали, аккуратненько. Ребенок вообще в восторге. Покрытие мягкое очень. Если ребенок упадет, не так травмоопасно. Набережная уже стала любимым местом у Римы Петровой. Сюда пенсионерка приходит каждый день. Сегодня пригласила на прогулку свою подругу. Нравится, как не нравится. Очень даже красиво. Вообще город у нас все красивее и красивее. Здесь для каждого найдется уютное место для отдыха. Малышам современная детская площадка, взрослым зона спокойного отдыха с беседкой, молодежи парк качелей-скамеек. Набережная Есети от улицы Малышева до Куйбышева по замыслу архитекторов станет местом притяжения всех екатеринбуржцев. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» территорию облагородили, установили скамейки, клумбы и даже концертную площадку. А на дорожке уложили инновационное непромокаемое покрытие. На нем никогда не образовывается лужи. Оно дренирует сквозь себя и моментально высыхает. Как будет стоять, немцы обещают, что очень долго. На реконструкцию набережной Есети потратили больше 150 миллионов рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Впервые в истории города все скверы и парки делаем особо охраняемыми природными территориями. Для того, чтобы больше вопросов по строительству у нас не было никогда. На сегодня в проработке 16 объектов, 3 объекта в ближайшее время мы выносим на рассмотрение Думы. За благоустройство набережной год назад проголосовали сами екатеринбуржцы. Тогда в вопросе приняли участие больше 120 тысяч человек. Очень рад, что реконструировали, что не все деревья вырубили. И мы молодцы, побольше надо таких площадок. Может, Москву догоним. Иду прям, радуюсь. Так красиво все. И скамейки, хотя их так ругали почему-то раньше, пока их не установили. Вполне себе они гармонично смотрятся. Потрясающе, просто потрясающе. Я вообще любила это место. И когда не реконструирована была, очень нравится. Вскоре на набережной Есети установят освещение, ограждение и камеры видеонаблюдения. Это значит, за порядком здесь будут следить ежеминутно, а доступ на площадку останется круглосуточным. Дарья Трофимова, Сергей Чайков, События ОТВ.